Всем привет! 2 года назад, на 8 марта, я купила в Ашане Тайсука Джаспер. И с того момента мне не дает покоя. Перед 8 марта Ашан. А вдруг опять привезут что-то необычное, крайне редкое. Sunset Love, и я вижу, что их только поливали, потому что в некоторых поддончиках прям вода стоит. Один цветоносик, яркая такая красотка. Это микс мультипор. Цена, так понимаю, вот это от нее. Беленькая, это пурпурный дождь, наверное. Что может быть пурпурный дождь? Держи. Так, вот это Виктория. Вообще, практически во всех микс сейчас есть пурпурный дождь везде. Все магазины стали завозить орхидеи. Потому что орхидейников с каждым днем все больше и больше. И мы все искушеннее и искушеннее. Нас сложнее удивить. Но поливают их сейчас. Вот водичка, я вижу, стоит. Беленькая так. Это тоже пурпурный дождь. Тут даже непонятно, кто это. А нет, понятно. Сейчас, секунду. Тоже другой производитель. Виглипчик явно не свежий завоз, судя по всему. Корневая хорошая. Сейчас я его поставлю сверху. Это тоже Претория. Пассионата. Вот красивая очень орхидея. Она, кстати, очень даже такая свеженькая, бодренькая. И корни хорошие. И вот на нее цена. 859. А вот это похоже на бабочку. Рифленый такой край в нее, волнистый. Непонятно.
когда они были привезены. Состояние такое не первой свежести, но буквально на днях их еще не было, это точно. И знаю, что еще в одном месте есть орхидеи. Сейчас я отключусь и там посмотрим. Вот еще. Вот такой вот островочек посреди зала. Ну вот, пришла я во второе место, где орхидеи. Здесь, конечно, вообще грусть, печаль. Надеюсь, что к 8 марта будет завоз орхидей все-таки. А с вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.